этот узел была врезка, ведущая от вот этого договорного объекта, то есть как бы на РБУ шла вода после прибора учета. То есть счетчик учитывал тот объем воды, который шел на этот растворобетонный узел. Но после того, как эту врезку отключили, растворобетонный узел не прекратил свою деятельность. То есть ему не помешало это дальше работать в своем объеме. Это означает то, что есть какой-то альтернативный источник, который нам собственник не желает показывать. Нам-то, в принципе-то, и надо, но покажите, и если это действительно существует, мы разве против, мы все пропишем в акте и не будем тревожить человека лишний раз, да. Ну, видимо, показать нечего. Любое наше посещение сопровождается тем, что мы должны уведомление дать собственнику. То есть пока было реально его на месте с ним встретиться, мы приходили сюда, пытались неоднократно вручить уведомление и попасть на территорию. В чем нам было отказано? Нам было предложено, вот, не моя территория, муниципальная земля. То есть он с этим согласен, он в курсе. Вы можете пройти туда, но ни шага дальше. Это вначале было. После этого он вообще, ну, ссылаясь на то, что меня нет в городе, я уехал там, я где-то отдыхаю. Вообще телефон нам, естественно, не давал. Все, чем мы располагаем, вот этот сайт его, где мы можем ознакомиться с выпускаемой продукцией, электронная почта, на которую мы посылаем уведомления и опять же в очередной раз пытаемся с ним встретиться. По его территории проходят наши сети, к которым мы должны иметь беспрепятственный доступ в любое время. То есть по нашему требованию в течение получаса человек должен нам открыть свою территорию и предоставить. Еще один момент, что им себе прихватизирована еще часть территории муниципальной, которая ему не принадлежит, по которой тоже проходят наши сети, на которых находятся наши колодцы с подключением абонентов, которые мы тоже должны проверять, контролировать. В ходе проведенного обследования газоснабжающей организации была установлена незаконная врезка вот в этом вот кибитке, скажем так, назовем ее, вот, и произведено, значит, его отключение. В связи с чем мы предполагаем, что незаконно потребляет он, естественно, и электроснабжение производится, и водоснабжение. Вот. По данному факту были направлены заявления в полицию, в прокуратуру. В настоящее время проводится проверка. Также по поводу, значит, слива отходов от переработки, скажем так, бетономешалок. Также направлена информация в контролирующие органы Роспотребнадзор, Росприроднадзор. Может быть привлечен к административной ответственности. Естественно, будут наложены штрафные санкции, ну, в значительном размере. Естественно, будет он отключен в любом случае. Вот, и коммерческая деятельность на этом его как будет, скажем так, прекращена. В любом случае допуск будет обеспечен, ну, скорее всего, по судебному решению теперь.